Экс-президент Российского футбольного союза призвал установить памятник Игорю Акинфееву, вратарю нашей футбольной сборной, сразу же после воскресного матча Россия-Испания. Идею моментально подхватили болельщики, точно так и нужно сделать, скандировали, но пошли несколько дальше. В честь другого российского спортсмена Артема Дзюбы давайте переименуем поселок. На Черноморском побережье со схожим названием детей будем называть Артемами, Игорями, Акинфеями. Слушайте, а почему бы и нет? Не сломай телевизор. И вы знаете, я, если честно, поддерживаю идею с памятником, но не только Акинфееву. Давайте по памятнику каждому российскому футболисту установим, ну и тренеру Черкесову, разумеется, начинаем. Продолжение потрясающей идеи. Теперь где такие памятники можно установить? Ну как где? В каждом российском городе, который принимал чемпионат. Выделим на это благое дело по миллиарду. Я думаю, из бюджета нормально должно хватить. 11 городов, 11 ядов. Ой, да перестаньте вы. Стоит ли мелочиться, когда речь идет о скрепах, о гордости за страну? Черкесову монумент предлагаю воздвигнуть в Белокаменный напротив Центрального офиса Пенсионного фонда России и за счет этого Пенсионного фонда, разумеется, и, конечно же, общую скульптурную композицию надо бы создать, ну, чтобы там все игроки-то были, и не просто композицию, а в исполнении Зураба Церетели, дабы масштаб был виден даже из космоса. Ее куда поставить? Ну-ка, дайте подумаю. О! Придумал, лучше места не найти, например, в той самой точке столицы, где с 1960 по 1994 год красовался легендарный бассейн «Москва». Сейчас там другое здание, ну, рядышком. Вот говорил же я, неоднократно мне, блин, в правительство надо было идти работать. Кто молодец? Я молодец. Готовое решение вам уже предложил, господа министры, это первое и второе. Можете смело его реализовывать, поскольку в данном случае, если что, вы всегда сможете отмазаться. Ой, то есть сказать, это, мол, инициатива общественности была. А это реальная журналистика сегодня про оле-оле-оле. Короче, о самом важном сегодня, вы поняли. Поехали! Ладно, шутки в сторону, теперь давайте о серьезном. А серьезное заключается в том, что на фоне всего этого победобесия мы как-то снова забыли о том, что в датском королевстве-то не все в порядке. О том, что цены на бензин выросли и продолжают расти, несмотря на обещание главного урегулировать этот вопрос. О том, что налоги и тарифы под шумок подняли, и все это, естественно, приведет к дальнейшему росту цен и обнищанию населения. О том, что безработных стало еще больше, и о том, что теперь до кучи у россиян могут отобрать пенсии. Но это же все мелочи жизни, верно? Главное, что небольшая группа российских спортсменов-миллионеров долларовых вышла в 1/4 финала чемпионата мира по виду спорта, который, к слову, придумали ненавистные англичане. Не дождетесь ни лайка, ни комплимента, чтобы сдохли, нет больше мочи. Но сказать хотел не об этом. Ничего не напоминает? Тогда предлагаю вернуться на 10 лет назад, в 2008 год, который тоже был годом президентских выборов. Ну, 2 марта. Помните, когда Путин от нас все-таки не ушел? Вы замерзли? Вы даете мне 1 минуту? Выборы президента Российской Федерации состоялись. И наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует. Я благодарю и вас. Благодарю всех граждан России, которые пришли сегодня на избирательные участки. Это говорит о том, что мы живем в демократическом государстве, а наше гражданское общество становится эффективным, ответственным и активным. А еще это был год великих побед во всех смыслах. Мы победили на Евровидении. Все еще не утихала радость после триумфа в Гватемале, где столицей зимних Олимпийских игр 2014 был выбран российский курортный город Сочи. Olympic Winter Games in 2014
are awarded to the city of Sochi. Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи. Таковы итоги голосования членов исполкома Международного Олимпийского комитета, которое прошло в Гватемале. В финальном раунде российский город-кандидат обошел южнокорейский Пьончонг, который считался главным фаворитом предвыборной кампании. А кроме того, спортсмены наши тогда тоже радовали. Сборная России по хоккею подарила болельщикам незабываемый праздник, выиграв чемпионат мира. Аккурат 9 мая, затем футболисты на европейском турнире схлопотали бронзу, буквально разорвав голландцев, тогда еще Зидана. Помню, по всем российским ТВ-каналам показывали, и он говорил: «Да, Аршавин – это молодой я». And the way they played was great, especially for their number 10, Андрей Аршавин. He had a great game. Вот только после футбольная сборная наша опять разучилась играть, и карета Аршавина снова превратилась в тыкву. Но, повторюсь, не об этом. Давайте вспомним другое. А ведь за всей этой мишурой и трескотней мы как-то не заметили нескольких потрясающих реформ, которые под шумок вдруг раз и приняли. Мы затем руками разводили: когда, где, что за реформы? Ну, во-первых, пенсионная. Да-да-да, тоже. Именно в 2008-м, пока страна праздновала одну победу за другой, пенсия россиян разделилась на две части. Накопительную и страховую. Государство тогда сказало: одну часть мы вам точно гарантируем, а вторую — это уж сами как-нибудь. Во-вторых, реформа ЖКХ. Вот это вот самая графа капремонт в квитанциях, которую вы так люто ненавидите сегодня, именно она тогда как раз в 2008 году на свет появилась вместе с соответствующим фондом. Ну и теперь совсем коротко. Армию сократили. Десятки тысяч офицеров и прапорщиков выкинули на улицу. Прекратило свое существование РАО ЕС, став фактически частной лавочкой. И чуть не забыл. Срок депутатских полномочий был увеличен с 4 до 5 лет. А мы-то где были, спросите вы? Мы в этот момент ликовали. Прошло 10 лет, что изменилось, а ничего. Мы снова празднуем и ликуем, снова думаем не о том, а в это время решаются наши судьбы. Вот молодцы кремлевские политтехнологи. Впрочем, с таким народом им даже мудрить особо не нужно. Бери схему 10-летней давности и катай ее заново. Вот только эйфория эта футбольная однажды пройдет, и придется вернуться на землю, но совсем на другую, отреформированную. У меня температура 38. Я вылез из Выхина, прямо сюда приехал. Сил моих больше нету кричать. Вперед! А вообще в этом выпуске мне хотелось бы обратиться к тем людям, которые называют себя протестниками, точнее к тем 40 миллионам человек, которые не пришли на выборы, потому что типа бойкотировали. Они их на самом деле лежали дома на диванах в подавляющем большинстве. Я не про всех сейчас, но не суть. Слушайте, а чё вы не стали бойкотировать этот чемпионат мира по футболу? Вот это был бы реальный бойкот, реальный щелчок по носу власти. ФИБы свое по-взрослому, наконец, высказали. Представляете, 40 миллионов человек не пришли бы на стадионы, не пришли бы в спортбары, не включили бы телевизоры во время трансляции, игнорируя данное мероприятие. Причем бойкот такой, прям как вы любите. Идти никуда не надо. Сиди дома, гладь Машу по коленке. С точки зрения личной безопасности вообще классно. Никакая полиция ничего тебе не сделает, уж точно не задержит и под дубинки не пустят. Зато хоть эффект от такого протеста реальным был бы. Представляете себе репортажи иностранных журналистов? Что происходит в России? Русские отказываются болеть даже за собственную сборную. Или такой бойкот устроить слабо? Ну как футбик-то не посмотреть, да? Я недаром вот этого вот товарища чуть выше из прошлой программы снова показал в эфире. Больной из Выхина, но он приволокся на стадион, а вот на акцию протеста точно не смог бы. Ладно, все, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока. Вот мы едем, в процессе поездки происходит легкий диалог, я ему говорю: слушай, а чем ты занимаешься? Он говорит: я инструктор. Он делал такую мхатовскую паузу. Внимание, я инструктор по сборке конструктора Лего. Я говорю:
что ты мне сейчас сказал? То есть у чувака ИП, и он зарабатывает себе на жизнь тем, что вместе с детишками обеспеченных ребят собирает конструктор Лего. То есть он им придумает какие-то игровые задания, новые степени сборки, то есть, ну типа, это же как педагогика развивает мышление. Я думаю, охуеть, чувак, а что, так можно было, что ли? Я тут, блядь, 24/7 вместе с наркоманами, проститутками, неграми, блядь.